Всем привет! Сегодня мы будем играть в такую известную игру. Пу называется. Смотрите. Вот, его нужно покормить. Так, отведите его в ванну и помойте. Ну, хорошо. Так. Помойте его водой мылом. Ага, смотрите. Душ. Ну? А это что? А. Какашка какая-то была. Ну все. Так, теперь что, в кухню? Кстати, я в эту игру очень давно как не заходил. Так, это что, лаборатория? Холл. Вот кухня. Ешь. Что? Картошка фри. Вишни. Сколько еды здесь? О, вырос что ли немножко? Так, у нас первый уровень. Скоро этой игре исполнится 10 лет. Примерно в августе. Так, а что тут есть? Давайте посмотрим. Я точно уже где-то 5 лет не заходил в эту игру. Почти как 6 лет я не захожу в эту игру. Облако. Цветочки, что ли? Полить цветы. Уровень второй. А что за телефон? А, понятно, настройки какие-то, что ли? Стоп, а игры? Тут и игры есть, точно. Наверное, уже новые добавили. Давайте попробуем в это сыграть. О. Что? А как играть? Что, так просто, что ли? Не. Ну, тут разобраться придется. Немножко. Почему он в одну сторону прыгает? Ну что за прикол? Прикол интересный. Вот, мяч есть. Ой, его гладить можно. Как Тома. Вот, мы должны играть с какашкой Пу. О, еще игра. Управление касанием идет машиной. И куда мы летим вообще? О, давай, давай. Молодец ты, смотри. Кстати, эту игру до сих пор обновляют. Разработчики очень постарались над игрой. Слушайте, нужно разгоняться, я так буду бесконечно хоть ехать, это легко. А, не, хотя тут есть ограничения по времени. А, ну сейчас, все. Улетели. Классно. Равнина. О, локация новая есть. А вот такое я не видел. Я только на равнине мог ездить. Я думаю, для вас это как игра детства. Поэтому я сегодня решил сделать обзор на эту игру. А, на тебе. Домой. Так. Еще что за игры есть? Ой.
Слишком быстро ты едешь. Эй! Как быстро ты едешь? Ой, нет. Скейтборд. Скейтить. О, что за прикол? Можно тебя сфотографировать, в принципе. А что это за лекарство? Не хочет. О, прикольно. Ванная, кухня, холл. О. Что? Он может повторять теперь за нами? Что? Он может повторять теперь за нами? Не, это обновление точно. Я такое не видел еще в игре. Так. Давайте поиграем еще в игры интересные. Сколько их здесь? Очень много. Бросьте поплавок в бассейн, чтобы пул запрыгнул на него. О, получилось, ну это ли просто? О. Да куда ты бросаешь опять? И можно так бесплатно получать монеты. В принципе, так интересно. А что за магазин? Еда есть, суши. О, сколько всего есть. Мечи. О, сам пул, смотрите. Вот это да. Цвет тела. Желтый, зеленый, бирюзовый. Так, ну... Обычно это коричневый. Можно зеленый посмотреть. О, желтый, смотрите. Бирюзовый, красный. Так, это уже закрыто, да? Идет дальше. Так, ну у нас не так уж и много еды в холодильнике осталось. Второй уровень. Так, во что еще можно поиграть здесь? В смысле? А что делать нужно? Конец игры, время вышло. Ну, я не знаю, что это за игра была. А это что? О, нужно ловить еду. Эту игру я помню. А, пус съел что-то плохое, вот, поэтому игра закончилась на этом. Так что, друзья, давайте мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте видео оценить лайком, подписаться на канал. Всем удачи и всем пока-пока.